И в свою очередь синоптики утверждают, небывалая для ноября теплая погода продержится еще неделю. Когда в Запорожье похолодает, узнавал наш корреспондент. Запорожские синоптики установившуюся теплую погоду аномальной не называют. Говорят, что не так давно, в 1994-м, максимальная температура была выше нынешней. Тогда зафиксировали рекорд в 26 градусов. В этом ноябре абсолютный максимум плюс 21. В целом, как отметила в интервью нашему телеканалу синоптик Татьяна Ткаченко, среднесуточная температура все же выше обычной. За последнюю декаду она составила плюс 12. И еще эту неделю запорожцы смогут наслаждаться непривычным все-таки для ноября теплом. На ближайшие несколько дней мы ожидаем без осадков погоду. Погода будет хорошая, небольшие будут туманчики по утрам. Ожидаем примерно стабильное падение температуры к концу недели. Завтра еще у нас также тепло будет, а потом постепенно на 2-3 градуса будет снижение. Резкого похолодания синоптики не прогнозируют. К концу недели температура постепенно будет снижаться до положительных 10-12 градусов. Морозов пока не ожидаем, но то, что они рано или поздно придут, сомневаться все-таки не приходится, подытожили в Запорожском гидрометцентре. На календаре 15 ноября градусник уверенно показывает плюс 19. Зеленеют газоны, на них цветут одуванчики. А торговые центры уже готовятся к Новому году. Так, глядишь, скоро и мы Новый год будем встречать, как в Калифорнии, не в снежных сугробах, а на газонах с пикниками.